Чебоксарах разыграли Кубки чемпионов. Профессиональный турнир единоборств в столице республики прошел 8-й раз подряд. В этом году чувашским файтерам удалось завоевать большинство наград. Кто стал сильнейшим, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот турнир уже давно стал визитной карточкой столицы республики. Лучшие файтеры приезжают в Чувашию каждый год. В этот раз вызов чебоксарцам бросили спортсмены из Ульяновска, Казани, Нижегородской области и даже Киргизии. Вот эти соревнования нас сплачивают, они нас мобилизовывают. И прежде всего смотрят наши дети для того, чтобы давать физическую нагрузку, для того, чтобы всегда быть в форме. Это очень важно и значимо. Против лома приемов не найдется. Это в очередной раз доказал чемпион Европы Артур Шишокин. В бою против файтера из Казани ему удалось набрать максимальное количество очков. Завоевывать награды в день рождения столицы для чебоксарского спортсмена стало традицией. На турнире Кубок чемпионов он одержал победу и в прошлом году. Я думаю, домашние стены все-таки приносят какой-то стимул, настрой. А уж не хочется перед глазами горожан, особенно в этот день, в день города Чебоксар, не хочется подвести, заряжает, так что только на победу. Домашние стены помогли и Сергею Яковлеву. Чебоксарец положил своего соперника на лопатки уже в первом раунде. Мы готовились к этому бою 8 недель. 8 недель тяжелых сборов. Это тренировки двухразовые в день. И я думаю, это основной аспект, который сопутствовал мне в этом в данном бою. Мгновенным нокаутом завершился и главный поединок турнира. Пояс чемпиона Евразии по боям без правил достался чебоксарцу Ивану Милованову. Спортсмену из Киргизии вручили утешительную медаль. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.